Когда орловские дороги станут качественнее и безопаснее? Что мешает Орлу стать чище? И какие пешеходные мосты отремонтируют в этом сезоне? Об этом и многом другом будем говорить 29 апреля в прямом эфире Первого областного. В программе «Готов ответить» с исполняющим обязанности начальника управления коммунальным хозяйством города Орла Артемом Москвичековым. Свои вопросы ему вы можете задать по телефону 76-10-28. Программа начнется в 20:00. Ее можно будет услышать и на экспресс-радио «Орел» на 104 FM.